Всем привет! Сейчас мы находимся на улице Троицкой, 5, где проходит реконструкция жилого дома, который впоследствии станет жилым комплексом Троицкий. Давайте же отправимся вовнутрь и посмотрим, как проходит процесс строительства. Жилой комплекс Троицкий расположен в самом сердце исторической части Днепра, на пересечении улиц Троицкой и Староказацкой. Это уникальный проект Alpha State, который гармонично взаимодействует с окружением, дополняя прекрасную историческую композицию центра Днепра. У нас первая секция готова уже к вводу к эксплуатации, а вторая, третья и четвертая заканчивается. Это благоустройство нам осталось выполнить, доставить деревянные окна и окончить цокольную часть. Вот так, в принципе, мы находимся на финале и надеемся, что в ближайшее время окончим этот объект. А сейчас мы находимся возле первой секции. Давайте зайдем и посмотрим, как все выглядит изнутри. Активная фаза строительства началась в 2018 году и уже до конца этого года планирует ввести в эксплуатацию весь комплекс. Главная изюминка здания – историческая часть дома, которая представляет собой пятиэтажное отреставрированное здание с историческим фасадом. Раньше на месте этого жилого комплекса был доходный дом, который построили еще в 1913 году. Однако спустя время, как и с множеством подобных архитектурных памятников, произошла беда. За ним никто не ухаживал, поэтому было принято решение о его реконструкции. Сейчас мы взлетаем и посмотрим на жилой комплекс Троицкий с высоты птичьего полета. Давайте поднимемся повыше. Видим. Вот. Кровля у нас над четвертой секцией мы пролетаем. Над террасой третьей секции. Как бы монтаж идет. Водосточные трубы видим. Вот вышки. Это у нас получается третья секция. А сколько всего секций? Всего у нас получается 4. В данном случае мы как раз видим все 3 секции, которые в финальную стадию заходят. Историческое здание, он как раз ракурс, что мы видим и со стороны фасад улицы Староказацкой, и улицы Троицкой. Именно исторический фасад, который там еще в начале 20 века был построен, который сейчас уже в 21 веке успешно сохранен.